Филипп Киркоров вышел в свет с седым каре. Народный артист России Филипп Бедросович Киркоров продолжает экспериментировать с имиджем. На этот раз он вышел в свет с седым каре. В соцсетях поп-певец разместил кадры со светского ужина парфюмерного универмага «Риф Гош». Он появился на вечеринке в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, галстуке и очках. Образ Киркоров дополнил стрижкой каре, которая была окрашена под седину. На вечеринке также заметили Яну Рудковскую, Ксению Собчак, Валерию, Ольгу Бузову, Люсю Чеботину и других представителей шоу-бизнеса.